На повестке заседания Совета Национального организационного комитета по подготовке и проведению десятилетия Ланхо были включены также 4 вопроса. Заседание состоялось сегодня в здании Государственного собрания Илтумен. Вначале члены Совета обсудили выполненные поручения 13 июля текущего года. Также выслушали информацию о планах декады Ланхо и о ходе подготовки проведения цеха Ланхо в Верхоянском районе. Помимо этого был обсужден вопрос финансирования изданий книжных серий Сахабо Турдара и эпические памятники народов мира на 2016 год. Напомним, что со следующего года начинается второе десятилетие Ланхо, которое направлено на широкое пропагандирование устного нематериального шедевра. Если мы в первом десятилетии развивали мероприятие, ну так сказать, часть, в втором десятилетии мы постараемся, опять же, я в проектном отношении имею в виду, что наш проект будет только рассматриваться и оно будет корректироваться. Мы постарались уже фундаментальную часть рассмотреть.